Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега, Наташа, привет. В общем, мы записали видео на ее канал, где ели всякие вонючие конфеты из Гарри Поттера. Это видео очень понравилось ее подписчикам, я решил записать, то есть это видео такое для вас. Мы открываем по 10 кейсов, если с этих кейсов ничего нам хорошего не упадает, мы жрем уже по 2 сраные вонючие конфеты. Это было вроде бы очень смешно. Может, по 2? Может быть, по 2. А если что-то выпадает, например, мне что-то крутое выпадает с 10 кейсов, ну что-то навсегда, естественно, крутое, то, собственно, Наташа, потому что, естественно, мне что-то выпадет крутое, жрет сразу 5 конфет. Просто 5 конфет. Мы это не договариваемся, поэтому мы обсуждаем правила сразу в прямом эфире. Прежде чем мы начнем, дорогие друзья, также для своих подписчиков хочу среди 5 человек разыграть 5 допусков к новому DLC Армагеддон. Что прям счастье, просто ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал и пишите любой комментарий. Ты вебку туда же засунул. Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрируй аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первый ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй тебя ждет золотой кейс с наградами. На третий ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Четвертое — это уникальная ссылка, где ты сможешь собрать себе оружие и выбрать именно те модули, которые ты захочешь. В описании я также оставлю ссылку с гайдом, где ты всегда сможешь забрать актуальную халяву для своего аккаунта. Начни играть по этим ссылкам, и крутой аккаунт тебе гарантирован. Удачи! В общем, дорогие друзья, у нас сегодня есть 75 гангстерских кейсов. Давайте начнем. Десяточку я гангстерских кейсов, десяточку Наташа откроет. 100 кредитов мне падает. Ну, я уже выиграл, можно жрать конфеты. 100 кредитов — это довольно неплохо. 75 гангстерских моих старых кейсов, 25 штук есть. То есть старые уже такие кейсы недоступны. И новый уникальный кейс от MC Серёги, кстати, вы его тоже можете купить. И гангстерский кейс, он, по-моему, денек будет доступен. Ссылка на него будет в описании. По скидке можно 15% купить код секретный РГВ. Запоминайте, друзья, на все кейсы код РГВ доступна скидка, вы сможете купить со скидкой, а уникальные кейсы, их просто можно купить со скидкой, и вот он, новый уникальный кейс, видел там золотых харм, все дела, прям круто, что уже выбираешь, уже готово, уже видишь, да, то, что что-то крутое еще выпадет. Специально, короче, невкусные. Не, надо рандомно, она такая рандомно, шух-чукаешь, а он рандомный дает. Почти Томпсон выбил, сука! Почти Ускон. Ух, я хочу, чтобы ты всю эту пачку, чтобы ты сожрала, я просто хочу. Пачку 5, договорились. А я хочу, чтобы всю, сейчас мне, чтобы с этих 10 выпал сейчас. Золотой, если золотой выпадает, ты жрешь все. Я помню, как мне повезло на кейс, и мне 2 доната подряд выпало. Да это фигня, ты прикинь. Я не помню, там пистолет и ППшка вроде, да? Золотой марлин, прикинь, он 20-ку по ноутдоге стоит, золотой марлин, 20 тысяч рублей стоит. Можно прям всю пачку жрать, новую купить на всякий случай. Так, все, последний кейс я открываю, и мне выпадает десертек. Ладно, давай, 2 конфеты я сажу, ты пока открывай. Гангстерский тоже открывай. Так, какая-то вот такая конфета мне выпала. А я... По 2? Ты одну съел. Давай 2. Сейчас вторую съем. Вкусная? Нет. Ну, сейчас скажу, что это. По идее, что-то невкусно, но вроде прикольно. Козявки вроде. Неплохо. Вроде неплохо. Как вонять начало. Давай на буржуйшафт. Конфету съедим. Давай вторую ешь. Чем ты такой помню? Вот это, кстати, невкусная какая-то. Она даже по цвету. Разноцветная какая-то. Не. Вкусная? Может, тебе кажется? Хочешь запить водичкой? Не хочу. Что-то прикольно вроде. Я не понимаю, что это за вкус, честно. Вроде что-то, знаешь, такое, вроде, по идее, что-то должно быть невкусно, но съедобно, нормально. Это просто невкусное смешалось с каким-то еще невкусным. Кто, ребят, не в курсе, эти конфеты, тут вообще козявки могут погодить, а как говно может попасть. Так, сколько я уже открыла? Было сколько кейсов, я забыл, 65? Да, наверное, еще до 55, один, да, еще один кейс. Блин, сука, не знаю, что порадоваться, что ничего не выпадает или то, что выпадает, я не понимаю. Давай, 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 сука, хорош, ничего не выбил, на. Ну, открой. Жри, в смысле открой, вот так вот делаешь, стряхиваешь ее, оп, о, 2 сразу, ну, о, белая, это, по-моему, что-то не круто. Нет, белая, мне кажется, давай я продолжу со своих кейсов. Рыжая какая-то, противная. Давай рыжую, что вкусно. Щит еще может выпасть прикольно. У тебя нет такого достижения? Есть. Откуда оно у тебя? В смысле, просто купил на черный 5. Ну, раз в год можно купить. Давай, сучка, прям золотой хармс. А рыжая вкусная. Че попалась? Я не знаю, что это за вкус, но она вкусная. Интересно, сейчас золотой выбит всю пачку уже. Так что особо долго не молись. А вот белая противная, я что. Че за вкус? Да там разные, ты понимаешь, что тут специально сделано. Одна белая — это молоко, к примеру, а другая белая — это, не знаю, хрень какая-то. Невкусно, 100 кредитов. Блин, ну давай мне донатик, выпадай, алло, ну. Ну какой хармс, ну давай.
Давай что-нибудь выпадай, что за фигня? Давай, Наташа, скажи, чтобы он выпал. На один день, Марлин, давай, что-нибудь. Я не хочу 5 штук есть. Все ты хочешь, давай. Лучше пускай не выпадает. Давай хотя бы достижение выбудь. Хоть что-то навсегда же считается, да? Ну смотри, если ты что-то выбил. Я нога навсегда выбил, все, жди 5 конфет. Наган. Выбил ты наган. Выбил я, вот он, смотри, наган, ну какая разница, вот он наган. Ну в смысле, вот же наган, вот есть наган. Нет, я не буду кушать. Ну в смысле, наган же есть. Ребят, напишите в комментариях, ну наган же есть, но ну, нарушает правила, ну нечестно, реально. Вот видишь, наган, все, выбил, детка, наган, навсегда, наган навсегда, вот это я дал, о, детка, жить. А, ну все, я теперь. Ладно, открывай. А, я жрать еще должен, что ли? Да. Я наган навсегда выбил, давай хотя бы когда. Да не считалось, все, ты ешь, да вот, кушай. Наган навсегда. Блин, ты же белая, сейчас. Две, не забывай. Белая. Возможно, кстати, она вкусная будет. Да. Вкусная? Я тоже сначала подумала, что она вкусная, но потом, когда... Это что за хреня вообще? Это что? Это что? Кто? Почитай, почитай, что это за вкус. Знаешь, как и мне попалось. Открывай, это что вообще такое? Какун это что такое? Это яйца какие-то? Какун, что-то? Что это за говно? Фу! Вроде поначалу привкус молока был, а потом вообще фу! Ой, две сразу выпало. Давай ешь. Вкусная? Нет. Но это земля какая-то. Или так, червь какой-то. Еще. Земля или червь какой-то. Нормально, я червей в детстве переел, все нормально. Само то, червь вообще. Само то, вкусненько. Давай, если я сейчас что-то выпью, ты ешь 10 конфет, не 5, а 10. А я 5, если ты что-то выпьешь. Если ты золотой что-то выбьешь, я хоть и пачку сажу. Наташа. Серьезно? Ну 20 тысяч рублей, типа, а что нет? А, подожди, кушать что-то надо. Ну типа да, можешь скушать. Почему нет? Блин, у нас еще сколько кейс? А, ты гангстер? А что ты гангстерский открываешь? Надо же с Хармсом открывать. Сюш, ну нет. Я что, ее сломала? Да, выше ее делай, Алён, женщина, выше. Во, все сразу две какие-то вообще помойного цвета, вообще нормально. Две каких-то рыжих конфеты. Бля, сколько я открыл? Уже два открыл и сколько? Да, за 35 тебе надо. 35? Может, по 10? Ну да. Раз за 35? Да. Что-то я просрал этот момент, ну ладно. Давай, сучка, чё ничего не выпадает? Чё, какой вкус? А, можно я его? Какой вкус? Ужасный, ужасный, просто. Вот такая попалась. Что это? Банан... Ладно, это точно не банан. Банановый смуди, это, по-моему, точно бы. Банановый смуди, по-моему, неплохой. Неплохой должен быть. Давай, сучка, выпадай мне что-нибудь. Ремингтон 1 день, тварь, сука, давай, блин. Ну же, деточка, Максим, один день, сука. Давай, выпадай что-то покруче. Вторая вкусная. Реально? Повезло тебе. Давай, кейсы МС Сереги открывай. Тут Хармс золотой может выпасть. Если золотой Хармс выпадает... 90 кейсов? 90 кейсов. Ну, можешь скипать, так когда под конец уже видишь, что ничего не выпадает. Выпал. Да, почти выпал. Можешь скипать под конец, когда вот, знаешь, когда уже видно, что ничего не выпадет, можешь нажимать. Да не так. На экран нужно нажимать. Фу, хорошо. Что-то какой-то опасный момент был. Что-то слишком круто было. О, кстати, человек конфет не жу, мне жрать, мне конфеты. Фу! По-моему, мне надо будет после этого видео полы мыть идти, да? Фу! Фу! Фу, блядь! Прям вкус из детства а какого-то... Водичка, водичка. Прям из детства вкус какого-то дерьма, из детства! Помню, тоже в детстве какую-то хуйню подобную съел. Это что такое? Прям знакомый вкус. Аж опять хочется попробовать, чтобы понять, что это. Такой вкус знакомый. Что-то какого-то дерьма вкус, но знакомый, ты сука. Ты что, дерьмо в детстве нет, ел? Нет, ну это вообще-то... Ух ты, кто вообще додумался такие конфеты создать? Фу, блин, ну хотя бы, не знаю, много вкусных было. Чё тут половина дерьмовых конфет каких-то? Фу. Так, всё, сейчас батя тебе покажет. Давай, жри конфеты. А. Жри конфеты давай. Я съел какое-то говно. Вот это желтенькая такая приятная. По-моему, она прикольная будет, угу. Это желтая. Может, это банан какой-то? По-моему, это какое-то, знаешь, тухлое яйцо. Ну, знаешь, как можно схитрить, просто их прогладывать. Фу. Но обязательно нужно жевать, чтобы прям слышно было, как ты жуешь их. Давай сейчас, кто первый донат выбивает, тому леща дает. Вот прям леща можно дать. Давай. Давай? Угу. Кто выбивает просто, хотя бы что-то навсегда выбивает. Угу. Да, согласна, да? Господи, ужасные конфеты. Сука, ну чё ничего не выпадает, Наташа? Я что-то не понимаю, мы что опять в тухлое время крутим? Давай, два кейса. Ну что-то навсегда дай, пожалуйста. Был кейс с пистолетами покупать, я просто кейс пистолет. Кейс и пистолет всегда что-то хорошее выпадает. Максим, один день. 4 тысячи. Ну давай, сейчас мне точно что-то выпадет. Сука! О, белая. Вот это вот белая вот реально выглядит, как она нормально реально. Выглядит. Ну, нет, давай вот пробуй. Есть реально стрёмный белый цвет, а есть вот нормальный белый цвет. Ну, так специально это путаю, знаешь? Да, это молоко. Ну давай, упадай, золотой Хармс.
Я готов всю пачку съесть. За кадром такая. Выпадает золотой Хармзелд, такой, да, я все съел, ребята, спасибо, а пойду на луги. А на основе? Кого? Хармзелда? Да. Нет. Нет? Откуда? То есть ты бы себе перевел? Или продал бы, блин? Не знаю. Не знаю, что бы с ним сделал. Наверное, продал бы. А сколько он стоит на торговой площадке? 1015 рублей, не знаю, почему он такой дорогой, сука. Давай. Да, ничего не выбил, как обычно. Чего-то не выпал, да, ничего, да. Короче, друзья, сейчас мы будем открывать сразу по 20 кейсов. И если с 20 не выпадает, сразу 4 будем залпом есть. Просто не по одной вот этой, по одной, 4. Потом по одной. Сразу 4, что прям, знаешь, прям вот вкусовщина. Вот настоящая, ну, давай, вкусовщина давай. Была. Так, давайте, друзья, 20 кейсов мои, погнали. Сейчас я по-любому что-то выбью, просто я в этом уверен. Максим, один день, сука. Кстати, хочу тебе леща дать. Кстати, вот 20 кейсов ты что-то можешь реально выбить. Хочу тебе леща дать. Ходи, друзья, чтобы я ей леща дал. Нет, наверное, все хотят, чтобы ты мне леща дала. Прям хорошего человеческого леща. Зато... Я сейчас могу это сделать. Давай, какое-нибудь достижение щит. Сейчас достижение щита вообще ни у кого нет. На лудоге вообще нету. Сейчас можно попробовать еще зарядить за бабки. Нормально так. Замуж. Да, какое-то стрёмное на самом деле. Достижение щит стрём? Ты что, офигела? Капитан Америка. Все спрашивали, куда щит Капитана Америки делся в этой, в новой войне бесконечности. Куда он делся, куда? Я всем говорил, что ну, реально, он кстати, теперь похож. У меня. Если бы не сказал, я бы даже не В смысле, не похож? Это и есть щит Капитана Америка. Ты что, прикалываешься, что ли? Ты что, не видишь сходства? Не, ну, я особо не вообще мало рассматривала это. Вообще мало сходства, да? Так, мне еще 10 кейса, друзья. Блин, 4 конфеты, сука. Нет, пожалуйста, только не это. Ну да, что это всегда? Ну что за говно? Нет, еще 8 кейсов, Сереж. Ну, до 40. Ну. Сука, да да, что-нибудь навсегда. Ну, хочешь, я даже сразу тебе конфеточки приготовлю? Ну ладно, приготовь мне 4 конфеты. Так, 4 штуки, да? Да, вот 2, дай 2. Ай. Куда ты? Та синяя какая-то голубая была, она прикольная была, ты мне... Сука! Ты нормальную конфету мне уронил, ну зачем? О, тихо, зеленая, это ж неплохая, тихо, не просри ее. Все, не урони ни хрена, ты офигела, вот это, блин. Это, кстати, сладко так. Вот это, по-моему, фигня, вот та реально зубная паста была, а это какая-то стрёмная выглядит. Ой. Ну хоть две, но я зелененькую. Короче, вот у меня конфеты есть. Ну ладно, сейчас у меня еще 2 кейса есть. Может быть, что-то выпадет. Марлена, день. Сука! Давай, чуть давай навсегда, пожалуйста. Ну давай, ну че, ну я хочу леща дать. Прям такого человеческого леща дать. Слушайте, просто так леща дать. Нет! Да. Фигня какая. Зубная паста, да. Ты уронила одну конфетку? Не-не, это наушники упали. Зубная паста, трава. Ну что, вроде неплохие. Я прям так чую. Вроде тебя нормально. Но я буду интенсивнее жевать. Да, зубную пасту и траву больше чувствуется. Ничего не упадает, ну капец. Я, конечно, понимаю, я, конечно, могу конфеты пожарить, но можно хоть какой-то донат дать на сюда. Алло, Морфей. Я как бы, конечно, все понимаю. Получается, 100 кейсов было и ничего не выпало, но это жестко. Хотя еще 30 кейсов осталось, может, что-то да выпадет. У нас много еще кейсов осталось, типа 30 тех, типа 20 тех. Может, мы сейчас крутим, а потом золотой выпадет. Всякое бывает. Да, да, ты, конечно, всякое бывает, но такого не бывает. Давай, тебе еще 10 кейсов. Я тебе пока конфеты приготовлю. Ты какая-то белая ли? О, давай ты что, еще выпить? Нет, она лежит. Да куда? Она лежала уже на столе. Да она симпатична, ладно, хорошо, давай. Нет, она не симпатична. Давай новую. Ну-ка, смотрим, кручу, верчу. Так, какие-то блевотные. У меня хотя бы какие-то приколы выпадали, а тебе какие-то блевотные выпадают. О! Просто замечательно. Смотрите, какие-то две белые, двух разных оттенков. Прям они реально разные, то есть разных оттенков. Ну хотя бы 5000 кредов мы поубивали, прикинь, как нам повезло. Хотя бы хоть что-то побивали. 100 кредов, сука, давай! Выпади хоть что-то. Все равно мне леща такого детского, да, такого. Да-да-да. Лайфлента не обновляется, никому ничего не выпадает. Может быть, реально сейчас есть возможность нам что-то выбить. Два кейса. Ой, сука. Ну, блин, ну я не верю, что вообще ничего не падает. Давай, сука, надо сейчас гангстерский кейс открывать. Блин. Правда, там не получится. Надо сколько? 35 на 2 разделить. Сколько будет 35 на 2? Еще один кейс, алло, ты считать не умеешь, девушка. Я не заметила. 35 на 2 сколько разделить будет? Делится. Нет, сука, чуть блевотная конфета какая-то не упала. Давай, 16 гангстерских, сколько, не 16, 17 гангстерских кейсов я открываю. Это получается сколько остается? Ну, до 16 пока не останется, давай. Ну, гангстерский кейс номер 2 со скидкой, что с него ничего не падает, алло. Добавили гангстерский кейс, чтобы мне выпадало не гангстерское оружие. Это что, гангстерское... Ну ж, бабочка, это что, сука, гангстерское оружие, алло. Чё? Чё за вкус? Ужасно. Можно я выплюну, но это потому что слишком жестко сюда. Не, ну прожу хотя бы еще побольше. Смысл да, там... пистолет падает. Они... А, это другой кейс. Они же типа все эти, одновременно. Все, невкусные конфеты. Не, мне реально прикольно. 4 штуки попались, и вообще вкуса говна вообще не чувствуется. А прикинь, если бы еще самому можно было выбирать. Ну давай, ну Варфейс, ну камон, ну что за кейс, алло.
В какой раз я задолбался уже открывать кейс, них вообще ни хрена не падает. Ну давай, Warface! Warface! Давай, сучка, давай, какой РПД на один? Чего мне ничего не дает? А, 32 на 2 же делится? 16 будет, 35 да? было, Наташа, кейса. Я знаю, что 32 на 2 делится, на 35. Я сижу, думаю, может, я что-то ошибку сделаю. Ну, мы сейчас с тобой всю пачку конфет сажали, просто... Мы с тобой сажали всю пачку конфет, да еще и ни хрена не выбили. Ты понимаешь, насколько мы лохи? Я понимаю. Все, наши 16 кейсы твои. Пиздец. Ой, какие-то блевотные конфеты, ну нет. У меня, кстати, одна симпатично выглядит. Ой, белая какая-то. Тоже 4, что ли? Ну, твое здоровье. А там, ты какие-то красивые себе выбрал, что они рыженькие были? Водичку, водичку. Они все хуйня! Просто все! Не, ну почему есть там парочку нормальных? Просто может перемешать. Да, нужно их хорошенько перемешать. Перемешать их хорошенько надо, сука! Если хотите подобные, ребят, челленджи увидеть в дальнейшем, чтобы там кейс открывали, какие-то конфеты жрали. Ну, в следующий раз мы на что-нибудь другое купим, не знаю. Может быть, найдем что-то тоже интересное, можете в комментариях пожелать, что можно. Может, короче, если я что-то не выбиваю или ты не вбиваешь, одно яйцо об голову разбиваешь. Не знаю, что-нибудь подобное, ребят, придумай, если вам реально хотя это нравится. Нет, стрёмно как-то. Не, нормально. 4000 лайков поставьте, ребят. 4000 лайков. 4000 лайков, ну 5, ладно. 4000 лайков поставьте, мы какие-нибудь такие челленджи будем придумывать с кейсами. Может, с коробками удачи придумаем. Но я не знаю, ребята, как нужно, может быть, всяких разных кейсов покупать. Потому что, сука, покупаешь 100 одних и тех же кейсов, и тебе просто ни хрена не выпадает. Ну хоть что-то дай навсегда, сучара ты. За 3 вообще ничего не выпал навсегда. Чё за бред, алё, Warface. Ладно, да, невкусная. Алё, все 4 сразу давай. Ну... Ну давай, сучара, выпадай, ну хотя бы хоть что-то навсегда, хотя бы достижение бы дал навсегда, я бы его продал бы за 1000 рублей, ну Warface! Ну пожалуйста! Warface? Хотя тут все пушки дорогие, блин, Марлин он тоже очень дорого стоит, Скорпион тоже очень дорого стоит. Ну боже мой! Типа пушки реально дорогие, блин, все в этом кейсе. Что за херня? Ну какой вкус, опиши, что ты чувствуешь? Да я не знаю, как его описать, ты можешь описать свои конфетки? Я могу, какое-то говно, просто взять какую-то, не знаю, специю невкусно, засунуть ее вместе с сахаром. И не знаю, и вот этот вкус невкусный получится. Вот который земля, вот эти трава, это очень вкусно похоже на реальную траву, не знаю почему. Ну камон, что за бред? Где что-то, где дроп? Что за говно? Я не понимаю, почему не выпадает, блин? Вообще ничего не выпало. Ладно, 8 кейсов, может, что-то выпадет. С 8 кейсов что-то выпадет? Ты серьезно? Ну, считай, сколько мы покрутили. Ну, я хотел с гансерского кейса что-то выбить, или со своего выбить, а с этого кейса там... Особо нечего. Ну, то есть есть прикольные пушки, но там не прям дорогие пушки. То есть прям дорогие пушки можно было отсюда вот выбить. Ну, сука, ни хрена не выпал. Ну, пожалуйста, давай. Ну, нет, ну, 100 кредов. 600 кредов осталось. Да, сука. Ну, нет. Я тебе просто так леща дам, ладно? Нет, давай я лучше. Я тебе леща дам. За то, что все мои бабки слилось. Почему тебе такие вкусные попадают? Какие вкусные? Ты их под всех, ты знаешь, вкус, Наташа, больше белые. Вот, а так, да. Еще одна белая. Почему у меня какие-то коричневые выпадают и оранжевые? Но белая, она противная вот есть, сука. Смотри, зеленая. А, чувствую уже херню какую-то. Угу. Какой-то новый вкус, слушай. Не могу понять, что за вкус. Они у тебя все, мне кажется, вкусные, нет? Зеленая трава перебивает остальные вкусы. Ну что за бред, капец, 200 кейсов и ни хрена не выбить. Больше ну же нет? А может больше даже, но это бред. Хотя бы одну пушку, сука, как можно было-то не дать, твою мать! Да хоть какое-то говно можно было дать, ну что за шансы, ёб твою мать! Пистолет или ППшку там. Я потратил на это видео 10 тысяч рублей, сожрал кучу вонючих конфет и еще ни хрена за это не получил, твою мать! Ну как это вообще, Наташа, возможно? Это рандом, Серёга. Как это возможно? Сожрать кучу говняных конфет, да еще и ничего не выпить, сука! О, золотой наш бабочка! На один день. Детка, круто! Золотой наш бабочка. Все, если сейчас еще не выпьешь, я тебе леща там. Все, это последний твой кейс. Не-не-не. 20 кейсов. Я же еще не все. Алло, 25 было кейсов, ты 20 открыл. Жи конфеты! Это ты мне все не выбил. Если бы я один в этом видео открывал, я все бы выбил. Это ты виновата. Короче, я понял. Суть этого видео просто. У нас конфеты кончились? Да. Серьезно? У нас конфеты кончились? Походу. У нас конфеты кончились, что?
Короче, друзья, надеюсь, вы поддержите это видео лайком, напишите много комментариев, скажите видео друзьям, и в следующем видео мы постараемся также потратить кучу бабок, ну и закажем что-нибудь. Придумаем какой-нибудь челлендж, если вам понравится. Можем с кейсами сделать, можем с новыми кейсами, Армагеддон, которые будут в новом DLC то же самое сделать, попробовать. В общем, друзья, все ссылки есть в описании, обязательно загляните туда. С вами был Серега, Наташа, подписывайтесь на канал, увидимся. Всем пока. Пока.